Престижная работа и достойная зарплата. Мечта любого жителя нашего города вполне может стать явью. Издательский дом «Благовест» объявил об открытых вакансиях в отделе продаж. Подробности в следующем материале. У нее нет высшего образования, но есть стремление приносить пользу компании и получать за это хорошие деньги. Она не ставит перед собой задачи объять необъятное. Для нее важно разбираться в чем-то одном, но настолько, чтобы клиент всегда оставался в плюсе. Знакомьтесь, Мария Зиганшина, менеджер отдела продаж издательского дома «Благовест». 10 месяцев упорного труда. Труда над собой, труда на благо предприятия и на благо партнеров медиацентра сделали ее одним из ведущих сотрудников коммерческой службы «Благовеста». Она никогда не скрывала, работать здесь было ее мечтой. Очень хороший график. Суббота-воскресенье, то, что у нас выходной день, для меня немаловажно, потому что я могу помимо работы, то, что зарплата очень хорошая, стабильная, да, что я могу выходные дни провести, допустим, с семьей. Коллектив замечательный, дружелюбный. Я когда пришла работать, девочки, которые до меня работали, мне помогали во всем, дали мне знания. Я сейчас тоже готова, конечно, поделиться. Мы все поможем, покажем. Это, в принципе, несложно. Самое главное – от человека, да, то ли там девочка, то ли парень, который придет, чтобы было желание работать. Коммерческий отдел издательского дома «Благовест» был создан в 2002 году, как только вещание на территории Ямала начал федеральный развлекательный канал ТНТ. Он и газета «Слово нефтяника» стали первыми платформами, на которых начали появляться рекламные ролики и объявления клиентов. Сегодня в этот список входят интернет-порталы и целый ряд ведущих радиостанций страны, от «Лаврадио» до «Ретро-ФМ», а также телеканалы «Россия-1», «Первый», «Домашний», «ТВ-центр» и «Пятерка». В общей сложности 36 СМИ в Ноябрьске, Муравленко, Губкинске и поселке Пурпе. Услуги и ресурсы у нас самые разные. Это может быть и бегущая строка, аудио, видео, ролики. Ну и все это, конечно, помогает и нашим клиентам, так скажем, нашим предприятиям, ну, существовать, развиваться, и помогает общаться им с населением города. Если вы не имеете ни малейшего представления о работе специалиста по рекламе, вас ведут в курс дела. Практически ежедневно в издательском доме «Благовест» проходят специальные тренинги. Больше того, свои двери для сотрудников медиацентра всегда рады распахнуть наши сетевые партнеры. Так, буквально на днях со стажировки на ТНТ вернулась Юлия Брезгулевская, старший менеджер отдела продаж. Какие-то мероприятия проходят здесь, потому что сетевые партнеры, как правило, сами ездят, контролируют и обучают, да, специалистов, которые находятся в регионах. Иногда для того, чтобы именно провести такой тренинг, чтобы мы пообщались между собой еще в том числе, приглашают нас на данные стажировки. То есть это действительно интересно, действительно познавательно, и просто время проходит не зря. Ты вроде бы отвлекаешься немножечко от работы, но в том же случае ты все равно в ней, и ты уже просто узнаешь что-то новое. Если же у вас за плечами большой опыт и годы трудового стажа, вам будут рады вдвойне. Словом, если вы креативны, коммуникабельны, полны идей и желания их реализовывать, двери издательского дома «Благовест» для вас открыты. Резюме можно прислать по адресу, который указан на ваших экранах. За дополнительной информацией обращайтесь по телефонам 320-333-320-777. Яна Добровольская, Кирилл Мигель, Григорий Куроптев. Новости нашего города.